Я сброшу его со скалы и пусть... Ни хрена себе, папочка! Отец года, дамы и господа, просто. Здравствуйте, друзья, с вами Декарт. Продолжаем игру нашу, продолжаем наш... Ну, как бы даже... Вы знаете, я уже не могу сказать, что это второй Undertale, потому что персонажи все другие, но механика вообще во многом похожа, поэтому, условно говоря, второй Undertale, да? Продолжаем наш полторушный Undertale, окей, пусть так. Их бомбят. Врагов бомбят, Лансер. Понимаешь, ты предатель, тебя сейчас будут бомбить. Вот готовься, Лансер. Готовься к тому, что тебя отбомбят по полной программе во все твои лансеровские щели. Так. Вот мы прям вот... Если ты не уйдешь с дороги, я тебя убью. Так? Ага. ДП у нас, кстати, прибавляется. И я, между прочим, я не могу совершать, по-моему, никаких выборов, да? То есть... тут она просто бьет и все. Понял? Убью. Я просто нажимаю Z, и она его бьет, и все. И смотрите, ему все хуже, он сейчас блеванет, по-моему. Он уже какой-то косой, типа, он уже попадает. Эй, промахнулся, идиот. Мне кажется, Лансер нас щадит. Видите, мы даже при всем желании не можем попасться теперь на его пике, да? А че это ты не отбиваешься, слышь? Ну давай уже, Лансер, говори. Я более чем уверен, что ты сейчас скажешь. Я просто хотел, чтобы вы были всегда со мной, друзья, и заточил вас в эту клетку. Эй, ты думаешь, мне дело до тебя есть? Хочешь, можешь лечь и сдохнуть, мне все равно. Ты просто все упрощаешь. Кстати, ТП у нас там все повышается. О, слушай. Да у него нет сил просто уже срать этим говном. Он уже, у него сил нет, понимаешь? Ты ему топором... Блин, это просто потрясающе. Ударить топором раз 50 и спросить, а чё ты промахнулся? Потому что я при смерти, блин. Ладненько, этого хватит. Хочешь так сильно сдохнуть? Ну и сдохни. Чё, убьет реально? Промахнулась. А, в последний момент она типа отвела топор, да? Сьюзи, ты промазала. Я не хочу я тебя убивать, чувак. Просто иди, ну пожалуйста. Но, Сьюзи, если я пропущу вас, тогда вы и мой отец будете драться и перебьете друг... А, вот в чем прикол, да? Вот почему он решил нас... Ясно, я немножко не угадал. Ну, это было предположение, конечно, не угадал. Я не думал, честно, что я прям 100% угадаю. Мне просто казалось, что он так скажет. Типа, я хотел вас при себе держать. Ну, по крайней мере, если вы останетесь здесь, никто из вас не умрет. Ну, тогда я... Я не буду его убивать, я обещаю. Мы и он, мы просто... Все обговорим, мирно, понимаешь? Я... Не думаю, что... Я не думаю, что мой отец такой. Эй, Лансер, ну ладно тебе. Мы ж команда, ну... Нас ничто не остановит. Драка или не драка, лады? Да, ты права. Мы можем попытаться. Я могу помочь тоже. Я пойду поговорю с отцом. Отриплю его. Вот это другое дело. Я теперь направлюсь направо. Сьюзи. Да? А мы еще друзья? Конечно, я имею в виду, если хочешь. Фу, ну увидимся. Теперь я пройду его папашу, да? Ну давай, как-нибудь придумаю, как это сделать. Да, реально, вот как мы это сделаем? Папаша-то там злобный хер, наверное. И вот почему. Окей, Крис? Чё почему? Чё почему-то? Чё вы там замышляете, а, слышь? Эй! Сьюзи, ты пришла нас спасать. Я знал, что у тебя сердце герой, Сьюзи. Да. Слышь, ты только давай и удачу свою не испытывай особо. Крис и Ралсей присоединились к вашей команде. Ну все, шикардос. Теперь, ребята, мы можем бежать. О, сохраночка. Это хорошо. Так, что у нас здесь? О, лифт. Блин, лифт это плохо, ребят. Я помню, что было, когда мы сели в лифт в Undertale, который привез нас к Сансу на геноциде. Санс потом такой, ох, я вам сейчас... Триндюлей-то. Ладненько, этот лифт должен нас довести отсюда. Теперь это займет какое-то время, наверное, да? Устраивайтесь поудобнее все. Эй, Ралсей, ты знаешь отца папу короля? Да. Когда мы его встретимся, как думаешь, мы ему навредим? Сьюзи? Я имею в виду, я могу, конечно, его легко раздавить, но вы, ребята... Я понимаю, что это не по вашей части особо, и вы больше любите, типа, ну, щадите, как последний лузер. Да. И я вот подумала, может, я могу тоже так? Сьюзи, ты хочешь попытаться эктинг? Ну да. Сьюзи,
Мы будем счастливы, если ты будешь с нами эхтить. И не волнуйся, мы будем там помогать тебе. Тебе не придется вычислять все это самой. Конечно, ладненько. А что там стукает какой-то мудак за в шахте лифта? Тук-тук-тук-тук. Кто это там? Кто это там молоточком своим стукает, а? Сюзи, а ну бери топор, перехерачи мою по молоточку. Меня раздражают эти звуки, Сюзи. Давай, переходи в свой геноцидный режим. Эй, Ралсей. Сюзи? Ты по-прежнему делаешь те кексики? Ну, если прекратишь надо мной смеяться... Ну, если придется, то полагаю. Тогда я тебе приготовлю сколько захочешь, лады? Да. Типа... как можешь много, как больше, как можно больше, как можно больше, ёкарный бабай. Я, кстати, реально записываю всю эту игру одним махом просто. Я уже часа два играю, наверное, поэтому у меня с переводом будут проблемы. У меня мозг, типа, устал, наверное, уже переводить. Ну что ж, это наша остановка. Но я хочу прям одним махом её записать, потому что мне нравится. Я не хочу это затягивать. Крис, подожди секунду. Знаешь, я начинаю осознавать... Для нас будет проще свалить, если мы все, типа, немного поладим и в следующий раз поборемся с врагом. Если скажешь, что делать, буду слушать тебя. Но, знаешь, не говори ничего тупого, или я пойду обратно и разбивать голову всем, ладно? Да я и вряд ли что-то тупое скажу, потому что, по-моему, я еще ни слова не сказал, да? Крис, я на тебя рассчитываю, окей? Так, Сюзи присоединилась к вашей команде навсегда. Ух ты. Какой-то музон пошел. Это лифт во тьму. Известный как лифт в подвал, в котором много клеток. Музыка напоминает мне музыку из игры Tiny Toon. Tiny Toon, там где в таком замке зла. Вот, не зла, там призраки нападают. Ну, короче, если кто-то играл в этот Tiny Toon на Nintendo, то, по-моему, там такая музыка, мне кажется, похожая. Так, мы в злом замке, да? Лифт на верхний этаж. Застрял на верхнем этаже, кто-то спустит его вниз. А эта музыка мне напоминает первых Флинстоунов. Не знаю, тоже на денде. Рутин Рейнджерсы попались вам на глаза. Ну, давайте мы вначале, да, все позащищаемся втроем. Подкопим немножко и теперь просто поуклоняемся. Я думаю, у нас все получится. Что-то какие-то замедленные, какие-то ускоренные. Нихера себе вы, конечно. Так, теперь акт пошел. Комплимент делаем. Давай пацифизм вот с этим вот. Ты говоришь Сюзи, чтобы она комплиментировала врага. Че, серьезно что ли? А что я хорошего могу сказать о том, кто нас пытается грохнуть? Сюзи, если ты застрял, чтобы не попробовать сказать что-то, чтобы ты хотела, чтобы сказали тебе. Тебе разбанили от бесплатного... дня в сэндвич с ветчиной. Чё, блин, ты на... Чё вообще? Так, короче, враг устал. Король никогда не говорил такого мне раньше. Оу! Ну да, король-то вам говорил, суки, пошли быстро мои поручения выполнять, пидорасу. Или типа того. Все, одного можно уже пощадить. Сьюзи, давай, Рудбастер. Рудин Рейнджер. Крис пощадила... Ох, ёкарный бабай. Так, вот это, наверное, было зря, да? Глиммер Гламур. Ой-ой-ой. Да что ж тут... Нифига себе, он что-то один остался, и мне только жестче стало играть с ним. Давайте. Он устал, да? Комплимент ему. Здесь, пожалуй... А, смотрите, пацифизм. Я не смогу, что ли, пацифизм, да? Так, а, все, получилось, все, я думал, что мне не хватит там очков опыта, типа. Подождите. Ой. А там наверху что? Давайте наверх прогонимся, надо посмотрим. Ой-ой-ой, тихо. Тик-тик-тик. Сейчас, момент. Сейчас пройдем. Сейчас все будет хорошо. Только вот для чего я сюда пришел, я не знаю. Ну, может, что увидим. Ага, ты глянь-ка. Папандос. Итак, червячки решили выползти и поиграть. Кто там? Ха-ха-ха-ха. Дебилы. Здорово. Я Руксулскарт, великий адверсарий. Вы можете прошлое клаудестить в Кандурундумы. Эх, нихера.
хера не понимаю. Но те, кто были созданы слабыми, теперь подготовьтесь. Самый сильный пазл. Давайте, черви. Что он, блин, несет, этот дебил? Вообще, что он нахрен такой? Господи. Будьте вы прокляты. Твою ж мать. Кто вообще, блин? Что это за поехавший дебилоид? Я не понимаю, что тут происходит. Так, ладно, давайте отсюда, наверное, спустим. А, или можно еще наверх, что ли, сгонять? Я что-то не пойму. Наверху тоже что-то есть? Сейчас тоже там на какого-то мудилу наткнемся? Или как? О, смотрите, еще. Ой, тихо. Ой, здрасте. Вот это печально, наверное, да? Так, смотрите, а это ж, наверное, такие чего. Ну-ка, флирт. Прям флирт сейчас со всеми. Ты приказал Сьюзи флиртовать с врагом. Твою мать, ни за что. Ну, Сьюзи, это окей, если ты не знаешь как. Ты уверена? Ладненько, смотрите-ка, вы умники, я вам покажу, смотрите. Итак, Седак, идите, часто вы сюда ходите, не? Флирт топовый просто. Я чувствую, что они все прям потекли. Хэдхаутик... Одному стало неловко, он ушел. Эй, слышь, вернись сюда и дай с тобой пофлиртовать, тыск! Ты чё, ск? Ой. Я долбанул. Так, ну лады. О-о-о, тихо. Не, нормально. Да это не сложно, господи, с этим мы разберемся как-нибудь. Давай еще пофлиртуй с кем-то, пусть ему тоже станет неловко. Пусть им всем станет неловко, они свалят отсюда. Давай еще флиртуй. Так, пацифизм, пожалуйста. Так, твои волосы как водопад. Подожди, у тебя волосы есть или... Этому тоже стало неловко, он тоже ушел. О, боже, вот ну постой же. Да, не так уж это и легко, правда ведь? Ралсей вызывает пацифизм, но враг устал. А, еще вот так вот, да? Угу. Так, хорошо. Просто флирт. Ну, давайте подкопим немножко. Так, мы пофлиртовали, и это было эффективно, да? Ух ты, смотри-ка. Чуть смотри-ка, оно меня как любит-то. Блин, а, твою мать. Ну все, давайте, пощада. Давай, здесь тоже пощада. Все, победили. Так, куда ж я приперся-то, мне интересно? Еще наверх куда-то приперся. Нифига, слушайте, тут какое-то... Тут довольно такое жесткое, на самом деле... Да, я вспомнил. Вот эта часть мелодии напоминает мне игру Флинстоуны на Денди, где мы в замке графа Дракулы, если помните. Если кто-то вообще в курсе о чем. А, сейчас еще одна загадка будет, да? Ну давай, козлина. Предлагай. Эх-ха-ха. Эх, ребят, реально думали, что все, что у меня было. Неверно. В этот раз вы ощутите мою реальную мощь. Узрите мой ультимативный пазл. Вот он вам, пожалуйста. Лохматый кредит. О-хо-хо-хо-хо. Поганые червяки. Это был не настоящий мой ультимативный пазл. У меня есть гораздо лучше. Прямо здесь. Можно мы его посмотрим? Нет. Блин. Тоби Фокс, ты охерительный просто. Не, ну реально, у чувака классное чувство юмора, мне нравится. Так, оу. Нихера себе, сохранялочка. Ну, раз уж мы тут сохранились, то, наверное, мы на правильном пути, да? Я так подозреваю. Стоп. Сюда пойдем, что ли? Опа. Хватит, червяки. Так. Вы, возможно, исчетерили в моих пазлах, но в битве вам капец. Давайте, готовьтесь к битве с... Что бы это там, блядь, ни было. Что это такое? Ой, это трак уже был. Но корона по-другому. Да такая ж корона. Да, с моей контрольной короной. Я могу контролировать любые дискоформенные жизненные формы. О нет, похоже, ему не больно. Да, контролирующая корона больна, но я уверен, это создание будет в облегчении чувствовать, когда оно увидит, как много боли может быть в ней. Так, ладно, я не знаю, что он там несет, короче, давайте. Акт. Идея Сьюзи. Сьюзи, хочешь поактить? Какая у тебя идея? Как начну, что я сказал вот это? Я типа... Мне нужна ваша помощь для этого. Это хорошо, Сьюзи. Я помогу. Хочешь извиниться за него... Перед ним за то, что было раньше, верно? Не, мне просто надо, чтобы вы стояли спокойно.
Так. Крис, нам нужно снять эту башку у него с головы. Помоги мне, пожалуйста, бросить ралсей в него. Нажмите С, чтобы направить угол. Так, нажмите С, чтобы определить силу. Корона немножко ослабилась. Так, окей. Интересный план, черт возьми. Ой, опять это говно прыгает. Да все, хватит уже, хватит, чувачок. Давай, расслабься. Давайте еще. Так, корона на 20% ослабла, да? Давай еще бросать. Сейчас, нажмем С, да? О, вот так. Сейчас. Опа! Корона очень хорошо ослаблена. Тут опять он швыряется этими жучками белыми. Козел. Посмотри на него. На 55%, да? Нормально, нормально. Еще бросаем. Сейчас, смотрите, как вообще сделаем. Опа! Так, великолепно. Я попал прям четко, я считаю. О, хватит вот этой вот, пожалуйста, гадости. 90%. Ну и сейчас мы последний раз бросаем, и уже точно все, да? Тик. Бэм! Чё такое, блин? А, все нормально, нормально. Покатился, говна кусок. Ты выиграл и получил 4 бакса за что-то. Ты мне что ли дал, или чё? Ну, великолепно, просто великолепно. Я знал, что вы не устоите, вы великие герои. Вы, это было, правда, едва дружеский тест моих способностей, но вы победили, и теперь ничто не сблокирует третий путь. Лично я не могу быть менее абструктным. Но ты, удачи с вами, герой. Да прибудет с вами удача. Он говорит как-то очень странно. Там специально допускаются ошибки в английском языке, но я не настолько хорошо его знаю, чтобы еще ошибки вычислять ним, понимаете? Это трон. Кажется, он был поврежден во время боя. Так. Стенные баннеры. Они, кажется, потерпели ту еще бойню. Тоже какую-то. Вот что-то все тут бойня, там бойня, тут бойня. Ребят, давайте жить дружно. Мать. О, козлина, здорово. Привет, Лансер. Лансер, дансер. Ты понимаешь, один Ланс уже предавал в игре GTA Vice City. Знаешь, что с ним произошло, с тем негром? Ничего хорошего. Папочка. Лансер, сынок мой. Ты уже избавился от световиков, как я приказал. Нет, но я сделал даже лучше. Оказывается, мы вообще не должны с ними драться. Они говорят, могут просто поговорить с тобой. Они живы? Да, и я думаю, тебе понравится очень. Там Сюзя, она такая фиолетовая, сильная, и... Где они теперь? А вон они стоят. Я жду тебя уже. Эй! Рада с вами познакомиться. Лансер. Сынулька ты моя, Лансер. Да, папуля, да. Ты помнишь, что я тебе сказал, сынулька? Да, не привязываться. Ты обосрался. Они отравили тебя своей сентиментальностью. Освободись, Лансер. Они для тебя ничто. Их единственная цель — это уничтожить наш прекрасный фонтан. Они... Падаль. Но, нет, они не падаль. Чё сказал, мелкий пиздюк? Отпусти его. Ты хочешь, чтобы я его отпустил? А как насчет этого? Я сброшу его со скалы и пусть... Ни хрена себе, папочка. Отец года, дамы и господа, просто. Отец тысячелетия. И пусть его расхерачит, да? Если вы не преклоните колени и не познаете, каково ваше место, так как же мы поступим, просветители вы сраные? Топором в голову запустил. Не слушай его, Сюзи, он... Так. А теперь смотри, Лансер. Смотри, что происходит, когда ты дружишь со световиками. И чё за хер... Ты предатель! Вернись! О, Лансер поставил рекорд. Второй раз уже предает. Вначале одну сторону предавал, теперь другую. Молодец, Лансер. Молодец. Так, ладненько. Хорош уже. Кто ты вообще такой? Ты кем себя возомнил, а? Ну, он как бы там главный, наверное, папаша, король какой-то там, да? Для моих людей я герой, а для тебя... Ни хрена себе у тебя хобот. Ты чё, похвастаться решил, мужик? Я, конечно, все понимаю, но немножко скромности-то надо.
Засунь обратно. Это не культурно так себя вести. Это вообще, это не прилично. Чувак, что за поведение? Ты где находишься? Это перед тобой дамы, вот эти очкастая интеллигентная дама. Ты что ей демонстрируешь? Что это такое вообще? Чё за улыбка такая довольная? Это вот герой, да? Местный герой? Герой эксгибиционизма, да? Подходит к девочкам-чирлидершам и открывает свой плащ или что? Что это такое вообще? Я не знаю, это... Я теперь понимаю, в кого сынок такой долбанутый. Вот это посмотрите, вы представляете, какое детство было? Детство у сынули, какое-то было. Сынули выходит, папа, привет, давай поиграем. Вначале поиграй с моей штуковиной. Что это такое вообще? Я плохой парень. Да я вижу, господи, я вижу. Тебя надо закрыть в камере вообще. Позвонить сейчас в полицию. Непристойное поведение. Что это такое? Оу, вы только гляньте, у него там еще и что-то ржет. Кинг заблокировал вам путь. Тихо. Давайте мы вначале копим. Вначале мы купим вот эту красоту. Да как вы смели прийти сюда, световики? О, сейчас. Стоп. Нормально. Так, его рот баблит без конца. Без конца баблит, ротяка, понимаете? Ну давайте до максимума подымем уже. Так, вы, то, что осталось во тьме, стрип, мининг. Что? Что это такое? О! Ни хрена себе. А, я понял, да. Ну, чё, нормально. Теперь вот акт пошел. Давайте говорить с ним. А, магия, рутбастер. Стоп, нет, не надо такой магии нам, пожалуйста. Ральсей пытается разумно поговорить с королем. Вы, возможно, не осознаете, но это мир, где вы не должны бороться. Я знаю, если мы попытаемся, мы можем найти другой выход. Такие вы простолюдины безмозглые. Жаль, что вы не осознаете своей наивности. А теперь... Давайте, поперешьте с жалкими световиками, вы мудаки. Извините, мои друзья, я никуда не пойдем. Толк становится дуал хил, двойное лечение. Вы осмелились вернуться и подраться со мной вновь. Ну это вроде не трудно, да? Что-то ты как-то для короля-то местного слабоват, по-моему. Так, тьма из фонтана идет, да? Давай ты поговори с ним. Магия. О, пацифист. Так, хорошо. Сьюзи пытается урезонить короля. Ланька, слушай. Лансер мой друг. Так что, если мы можем пройти без того, чтобы нанести тебе вред, ну тогда как бы... Если я сдохну, так и будет. Покажу моему сыну, каковы на самом деле монстры. Ну ладно. Хочешь увидеть, что я могу, да? Сьюзи изменится. Вместо разговора она становится... О, все, Сьюзи он уже разозлил. Сьюзи будет драться с ним, походу, да? Ралсей вызывает пацифизм, но враг не устал. И уйдите, у меня свежая цель какая-то. Мне кажется, что бы я тут ни выбирал, мы пока что не пройдем, потому что мы должны все атаки посмотреть по плану Тоби Фокса, да? Так, смотрите. Рот короля баблит там опять. Опять там что-то баблит у него. А, ну давай дуал хил. Да, например. Магия... Не, Сьюзи просто у нас подождет. Так, все, мы все вылечились. Уже, в принципе, хорошо. Ночь пришла. О, так, стоп. Вот эта атака уже повторяется. Да? Ай, блин, я поймал прям это говно. Слушайте, как? Это сложно. Вот эта атака, ее сложно, короче, избегать, на самом деле. Давайте Редбастер. Что за Редбастер? Твоя душа, на. А, понятно, мы ему пиндерили, да? Но это плохо, наверное. Рыцарь, который фонтан из земли там что-то. Ого. Ого! Тихо. Стоп. Охереть. Вы знаете, я тут могу, в принципе, и всрать, мне кажется. Все к тому идет. Давайте-ка мы что-нибудь сожрем. Вот ты вот сожри, пожалуйста. Крис использует дарбургер. Сьюзи щадит короля, но его имя не желтое. Святые фонтаны, эти тени создают новый мир, наш мир. Так, ладно, стоп, что-то пожестче стало. Что-то реально пожестче стало. Так, окей. Акт, давай. Так, поговорить можно, что ли, или что? Давай, тут защита будет, магия. Тоже защита будет. А вот здесь вот пацифизм, да? А вот здесь мы пацифизм сделаем. Вот. Ага, вы видели те нашу новую цель? Блин. Да блин, да что ж ты? Падла! Он сильно резко это делает. Все, мы сейчас все сдохнем. Так, Сьюзи уже померла, да? Ну давайте мы тогда... Лансер Куки.
Слышь, Сюзи, на, жри лансер куки. Может, поможет. Вы нам продали, как бы. Вот ты теперь и... ты теперь и получишь. Давай, Крис подлечим. О, смотрите, на 50. Так лансер куки лечит вроде. Нормально. Скоро этот мир будет потерян во тьме. А тьмой буду рулить я. О, вот эта атака неплохая, кстати. Вот относительно остальных, вот этого можно побольше, между прочим, да? Так, давайте двойное лечение, пожалуй. Ой, наверное, зря, да? Защита. Так, хорошо, давай, подлечиваем. Тогда вы, возможно, увидите, что это такое жить в отчаянии. Ты прям в отчаянии живешь, какой ты отчаянный парень-то, господи. Так, дай. Оп! Оп! Хорош, нормально. Четко. Король. Давай с ним просто, может, поговорим. Так. Ну давай же пацифизмом его. Ну, заразит его пацифизмом. Вы пытаетесь... Тишина, лайтбрингеры. Ваше существование идет против нашего. Волею рыцаря. Я вас разобью на части. Ваша воля меняется. Вы меняетесь. Разговор становится кориджем какой. Ну, типа... Гордынь? Нет, не гордыня, как сказать. Ну, честь, честь, вон, наверное, так. Короче, враг не устал до сих пор. Хватит говорить. Пойдите пред моей цепью правосудия. Слушайте, я явно что-то делаю, наверное, не так. Потому что... Ох ты, господи, а, ты посмотри. Ты посмотри, сколько говна-то всякого. Ой, мамочки мои. Что ты там теребонькаешь? Так. Что ж делать-то? Как же его? Тут магия. Ну, тут рудбас. Но она его ударит. Ладно, пусть она его ударит. Может, он от этого устанет, а потом мы пацифизмом на него воздействуем. Да, типа, так, наверное, это работает. Или как, не знаю. Сюзи наносит удар. Враг не устал. А когда же он устанет? Вы сильны, не правда ли? Че он не устает нихера? Он вообще собирается уставать в этом тысячелетии или нет? Я понимаю, что он такой неугомонный паренек, но пора и честь, наверное, знать, нет? Так, давай-ка мы немножко подзащитимся. Тоже подзащитимся. Еще пацифизма. Опять он не устал. Надо что-то перед этим еще сделать. Пацифизм пока что бесполезно, короче, развивать. Надо как-то ему... Как-то ему надо досадить, что ли, я не знаю даже как. От чего ты устаешь, парень? От вот этого устанешь? Корыч. Да? Вот от Кориджа попробуй. Магия. Айтем. Файт. Спэйр. Дефенд. Ну тут мы защиту сделаем. Хил Прейер, например. Ну давай вот ее подлечим. Так. Кажется... Что тебе кажется-то? Ой. Блин. Я все время первую выхватываю. Я вот не знаю, как это получается, но... А теперь еще и вторую. Все, у меня одна уже сдохла. Так. Хорошо. Кинг щадит. Крис щадит. А да я не... Блин. Не то нажал. У меня уже крыша едет. Я уже не соображаю. Он все еще никак не желтый. Он меня сейчас убьет. Какой-то реально жесткий босс. А? Че такое? Хватит. Хватит так хватит. Я вижу. Я не могу вас победить. Фигеть, да он почти меня сделал, блин. Я думал, все уже. Я думал, сначала начнем. Я уже истощился от этой долгой битвы. Все уже? Хобот не такой здоровый, да? Уменьшился? Внутрь втянулся? Лайтнер, я, возможно, я был слишком жесток с вами. Правда в том, что я не всегда был таким. Было время, когда темные и светлые жили в гармонии. Время, когда темные могли заполнить их цель в мире. Это была бы ложь сказать, что я тоже... Я не горюю по тем временам. Возможно, вы молодые правы. Давайте сложим оружие. Должно быть мирное решение всего этого. И сейчас Сюзи ему топором херак по голове в этот момент, нет? Ну давай, Сюзи. О, молодец. Я рада, что ты начал понимать, мистер король. Никто из нас не хочет драться. Если вы просто хотите, вы можете рассказать нам о своих беспокойствах. Я уверена, мы все можем быть друзьями, мистер король. Да, друзьями. Звучит мило. Мои извинения, я не привык драться так долго. У меня тело уже слабое. Да у меня уже самого уже, чувак. Ой, не волнуйтесь. Не говорите ни слова больше. Ух ты. Вот. Вы теперь подлечены. Как чувствуете себя? Давай посмотрим.
Какая ж ты свинья, а? Лучше не бывает. Ты... Я разве сказал, что вы можете подниматься? Крис. О-о-о. Пощадите меня, герои. Слушай, какой же подлый папаша у тебя, Лансер. У тебя папаша гандонсер просто. Нет, ты Лансер, а он гандонсер, понимаешь? Ничего. Ты лидер, не так ли? Какой план? To laugh as you cast us all back. Поржать в то время, как ты приведешь нас всех обратно в обскьюрити. Да ты даже не можешь говорить. Молодые. Давай-ка скажу тебе секрет. Тихие люди меня бесят. О, так это ж ее фраза. Слышь, ты что, воруешь кэтч-фразы, мудак? Эй, свали от моего друга, а? О-о-о, или чё? Определенно ты должна понимать, насколько я истощен, Лайтер. Один удар от тебя меня убьет. А почему бы и не убить, Лайтер? Убей и покажи моему сыну, какой ты человек. Что ты из себя представляешь? Не. Так, в чем твой план тогда? Заговорить меня до смерти? Тупой световид. Ты честно думаешь, что ты можешь убедить меня не убивать тебя? Просто подожди секунду. Чего ждать-то? А? А чё-то я неожиданно так спать хочу. Чё ты маленькая, ты сладенькая, маленькая. Ой, ты мой пирожочек, тыковка моя. Какого хрена произошло? Эй, Крис, ты в порядке? Это было близко, Сьюзи. Я удивлена, что вы вспомнили о моем пацифистском заклятии. Эй, да ладно. Я и никогда не забываю что-то, после чего я над тобой смеялась. Эй, Крис, Сьюзи, мне жаль. Я исцелила короля, и мы почти... Сьюзи, ты была права. Я была глупой думать, что мы можем со всеми быть такой мягкой. Это не мир, где доброта всегда выигрывает, не правда ли? Ну, это сложно. Да. Иногда есть люди, с которыми просто приходится драться, но если никогда не опускать свою защиту, тогда вы можете просто навредить кому-то, о ком вы беспокоитесь тоже. Эй, все, вы все в порядке? Лансер, эй, извини, я, типа, долбанул твою папашу. Это нормально, это случается. О, даже выглядит так, что он неплохо так себе спит. Это хорошо. Он выглядит умиротворен, да, он всегда таким выглядит. Если он когда с бара придет, нажрется, мудак, да, старый? Блин. Ты можешь повторить. Ой, и не говори. Вот так она сказала. Ой, и не говори. Эй, Лансер, и что за звук? О, я, кстати, пришел вас предупредить. Я информировал ребят, что вы боролись с моим отцом, но вместо того, чтобы добровольно вам помочь, все в чему-то испугались. И теперь они, типа, ну, ломают дверь в тронный зал почему-то. Это не самый лучший выход, мне кажется. Крис, Сьюзи, кажется, вы должны поторопиться к фонтану. Не прощаемся, да? Да, конечно, без прощаний. Мы же плохие ребята, у нас только плащание. Ну, ты научился многому, а? Только учусь от лучших или худших. Окей, пойду остановлю дверь. Ну, увидимся, чувачок. Сьюзи, Крис, если мы должны попрощаться, то я хочу сказать, я очень наслаждалась тем, что встретилась с вами. Эй, можешь прекратить уже что-то мямлить там в свою шляпу хоть на секунду? Тебя еле слышу, чувак. О, мне жаль. А, о как. Крис, Сьюзи, я... Привет, Азриэль. Это ты, да? Надеюсь, скоро увидимся. В следующий раз приготовлю много пирожков, обещаю. Да, конечно, чувак, ха-ха. Пошли, Крис. Не, как бы, может, это не Азриэль, может, это похоже просто на него. Козленок какой-то. Ну, в любом случае, может, мы в будущем поймем, кто это. Азриэль, не Азриэль, но это будет в следующей серии. Вот так вот, ребята, масштабная прям серия получилась. Победили жирного ублюдка, да, с огромной... пипкой. И это хорошо. И вы знаете, урок на самом деле вот
урок-то действительно довольно хороший. То есть, Тоби Фокс наконец-то продемонстрировал, что иногда вечная пощада в реальной жизни не всегда работает так, как хотелось бы. То есть, первый Undertale, он все-таки в этом плане был несколько сказочным. В реальной жизни все не так просто устроено. Вот здесь вот мы пощадили, нами, нашей вот этой пощадой подло воспользовались. И такое бывает, и такое нужно было отразить. И я рад, что он это понял. Потому что в первой части этого не было, по-моему, вообще. Я вот этого вообще не припомню. Там все было, единороги были, там пукали все радугой, бабочками и так далее. И все было такое счастье, прям безоблачное. А нихера, это не так на самом деле. И, ну, в общем, вы поняли. Я лично доволен. Я лично доволен тем, что я сейчас увидел. И если вы тоже довольны, то ставьте лайк, пишите комментарий, подписывайтесь. Вступайте в группу ВК, ссылка внизу в описании. Рассказывайте друзьям про это видео. Жмите колокольчик, чтобы видеть уведомления на моем канале, которые не всегда приходят. Ну, этот колокольчик, он такой, только через разовый колокольчик, да. Жмите поделиться, рассказывайте друзьям про это видео. Ждем следующей серии, мне кажется, она уже финальная, по-моему. Ну все, всем счастливо, всем удачи, всем пока. До следующей серии, всем пока.